Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказал, как Примадонна отомстила актерам за исполнение ее песни. В одной из серий популярного сериала про ментов в рамках милицейской самодеятельности известные всей России оперативники исполнили популярную песню «Позови меня с собой». Как признается Нилов, актеры не хотели брать эту композицию из-за трагической гибели ее автора Татьяны Снежиной. Они исполнили ее в злобной манере, но не из-за сценария, а истинного отношения к этой идее. Несколько позже на концерте «Менты» в Кремле Алла Пугачева вынудила актеров спеть с ней песню «Мадам Брошкина», которую они не знали. Нилов вспоминает: она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: «Поете мою песню?» Мы отвечаем: «Да, Алла Борисовна, вот так случилось». «Ну хорошо, ну пойдемте, сейчас вместе споем». «В смысле вместе споем? Ну вот вам бумажки, текстики выучили сейчас, значит, и вживую я пою, а вы припевчик этот». И мы пели «Мадам Брошкину». Она нам отомстила, короче, молодец, очень сильно. Также актер, сыгравший Ларина, сказал, что Примадонна снисходительно отнеслась к этому эпизоду сериала, прокомментировав: «Ну пусть мальчики балуются». Признаться, актеры неоднократно после этого исполняли эту песню. Зрители были в восторге от этого выступления, поэтому номер ментов даже транслировали в передаче «Новогодняя ночь» на ОРТ. Также Нилов прокомментировал выражение Пугачевой о том, что нормальные люди не хотят возвращаться в Россию. «Для меня Алла Борисовна – это великая женщина, великая певица, которая достигла очень больших высот. Что там у нее на старости лет в голове и как, посмотрим, какими будем мы».